Я не первый раз участвую в конференции, которую проводит PMSoft. И очень интересная особенность именно 18-й конференции состоит в том, что в отличие от всех предыдущих, конечно, здесь упор сделан во многом. Уже не, я бы сказал, на техническую часть, чтобы, наверное, не повторяться из раза в раз, много ведь общего бывает, а именно на то, как построена работа, как строится работа с людьми. Это очень здорово, потому что участники конференции, они не злоупотребляли большим количеством слайдов, какой-то технической информации, которая, согласитесь, не так быстро и просто усваивается у человека, но участника конференции. Но зато они очень здорово рассказывали про свой конкретный опыт и с такими с тонкостями определенными, которые нигде, кроме на этой как конференции, наверное, услышать и увидеть не приходится. Поэтому большое спасибо не только организаторам, которые сумели, ну, я позволю себе такое слово, раскрутить своих друзей. Это действительно уже друзья. Те партнеры, которые у PMSoft образовались за эти продолжительные годы работы в данном направлении, но и дать возможность тем, кто даже еще пока не так глубоко освоил все процессы, которые предлагаются в настоящий момент в области управления, понять, где какие сложности, в том числе именно в человеческом факторе, в работе на каждом предприятии, их ожидают и как их можно преодолеть.